теперь же, панда, давайте поговорим с этими говорящими анжелами. Я? Мы можем его убить. Что? Мы сделаем это. Куда она делась, панда? Она исчезла, ее здесь нету. Что за бред? Анжела, куда делась говорящая Анжела Иксе? Она за твоей спиной. В смысле? Что творим, бро, с возвращением на самый жесткий канал? Панда в Даркнете, я смог купить телефон, на который установлена говорящая Анжела Иксе. Ранее я уже общался с обычной говорящей Анжелой, которая оказалась настоящим маньяком. Эта обычная Анжела очень опасна, на ее счету более 1000 убийств. Каждый раз после встречи с ней я чудом оставался жив. И я боюсь представить, насколько опаснее и ужаснее может быть ее злая версия Анжела Иксе. Поэтому, панда, сегодня в 3 часа ночи я хочу поговорить с ними одновременно и узнать, знают ли они друг о друге. Поэтому давайте на этом видео наберем 10 тысяч глазов. И тогда в Даркнете я куплю телефон, на который установлен говорящий Джинджер Иксе, и поговорю с ним. Поэтому, бандит, скорее ставь свой глаз, а я тем временем начинаю разговаривать с этими монстрами. Погнали! На часах 3 часа ночи и 33 минуты. Именно в это мистическое время я и могу разговаривать с этими говорящими питомцами. Почему-то они оживают только в 3 часа ночи. Но для начала, банда, я хочу вам показать тот самый телефон с Даркнета, который я смог купить. Этот телефон полностью уничтожен и разбит, и даже замотан скотчем. Мне кажется, что если я сниму этот скотч, то телефон просто рассыпется. Но, к сожалению, банда, этот телефон — единственное место, куда была загружена говорящая Анжела Иксе. И перед тем, как мы начнем с ней разговор, я хочу сначала сравнять обычную говорящую Анжелу и говорящую Анжелу Иксе. Вот так выглядит обычная говорящая Анжела на обычном телефоне в обычном App Store. Ничем не примечательная Анжела, которая есть в каждом нашем телефоне. А вот так Анжела выглядит на этом телефоне. Здесь мы уже видим, что изменена аватарка и также добавлена приписка Иксе, что звучит как говорящая Анжела Иксе. Чего нету в обычном телефоне. Ради пруфа могу вам еще показать иконку на главном экране, которая находится рядом с проклятым Ютубом. Здесь также написано Анжела Иксе. И если сравнить ее с обычной Анжелой, то здесь такого нету, просто написано Анжела. Теперь же, панда, давайте поговорим с этими говорящими Анжелами. Но для начала я хочу поговорить с обычной Анжелой и узнать, знает ли она о своем злом двойнике. Анжела, привет, ты меня слышишь? Она просто повторяет. Анжела, я знаю, что ты жива, ты можешь не притворяться. Повторяют, панда. Анжела, я знаю, что ты жива. Черт. Это может длиться вечно, банда. Она просто будет за мной повторять. Я думаю, надо сказать что-то, что знаю только я и Анжела. Тогда она точно мне ответит. Анжела, это Сергей Онис. Ты помнишь меня? Что? Черт, банда, она ответила. Вы слышали это? Анжела, то есть ты помнишь меня, да? Черт, какая-то она слишком злая, банда, пока что мы ее отложим. Давайте теперь поговорим с говорящей Анжелой Иксе. Вот говорящая Анжела, посмотрите, она полностью отличается от обычной Анжелы. У нее красные глаза и красные платья, это просто какая-то жесть, она точно чем-то одержима. Тем не менее, теперь давайте попробуем как-то с ней поговорить. Привет, Анжела Иксе, я знаю, что ты жива. Слышите, какой у нее жуткий голос, банда? Он намного крупнее, чем у обычной Анжелы. Я знаю, что ты жива, можешь не притворяться. Я знаю, что ты жива, можешь не притворяться. Вы слышите, как она странно за мной повторяет? Анжела Иксе, ты меня слышишь? Анжела Иксе, ты меня слышишь? Бред, банда, она просто повторяет. Я знаю, что ты убийца, хватит притворяться, Анжела Иксе. О, черт, банда, вы слышите, она просто сумасшедшая! Я смог разговорить обычную Анжелу и говорящую Анжелу Иксе. Они обе очень странно себя ведут и в любой момент готовы прийти сюда и убить меня. Но давайте теперь попробуем как-то сделать так, чтобы они поговорили друг с другом. Анжела, ты знала, что у тебя есть свой двойник, говорящая Анжела Иксе? Это значит, что она намного хуже тебя, злее тебя, и она прямо сейчас здесь. Ты готова с ней поговорить?
черт! Анжела Икзе, тут твой добрый двойник, и она не верит тебе, что ты на это скажешь вообще? Анжела Икзе? Добрый двойник? Я буду единственная говорящая Анжела. Другую Анжелу я убью. В этом мире может быть только одна говорящая Анжела. И это я. О, черт. Тупо так пищи. Ты лишь моя копия, которую я могу очень быстро убить. Что? Что за ерунда? Я единственная говорящая Анжела. Других существовать не может. Я сильнее тебя, и я убью тебя, лживая крысиная самозванка. Ты? Анжела, о чем это вы? О чем это они, банда? Они сговорились против меня, что значит убить? Что это такое? Кто-то вырубил мне рубильники на улице, банда, что это вообще было? Вы слышали, эти две Анжелы сговорились против меня? Анжела и Икзе, что происходит? Отвечай, что вам надо от меня? Удачи, Анжела. Удачи, Анжела, о чем это она? А куда делась Анжела? Она же была только что здесь, что за бред? Анжелы нету в приложении, то есть она прямо сейчас вышла в наш мир, чтобы меня убить. Это еще что, банда, вы слышите? Кто-то стучит в мою дверь, черт, это может быть Анжела. Скорее всего, Анжела сейчас на улице, и это она мне вырубила свет. Разговаривать с Анжелой и Анжелой Икзе одновременно было очень плохой идеей. Я почему-то думал, что они будут сражаться друг против друга, но они обе сговорились против меня. И теперь они обе хотят меня убить. Банда, это просто какая-то жесть. Но Анжела все еще на улице стучит в мою дверь. Кто там? Анжела? Анжела, это ты? Ой, черт, банда, что за бред? Это еще что было? Вы слышали, что-то упало на втором этаже? Все окна и двери закрыты на замок, но Анжела очень маленькая, она легко может залезть через дымоход. Нужно пойти посмотреть, что там. Эй, здесь кто-нибудь есть? Анжела, это ты? О, господи, банда, я вроде бы никого не слышу. Надеюсь, что мне просто послышалось. Эй, Анжела, ты здесь? Эй, Анжела, кто здесь? Черт, банда, я клянусь, на этот раз я точно что-то слышал. Посмотрите, эта дверь была закрыта, что за бред? Эй, Анжела, ты здесь? Черт, что вообще происходит? Анжела, ты здесь? Господи, я ничего не понимаю, она уже где-то в моем доме. Я просто в шоке со всего этого. Если она уже в моем доме, то мне надо срочно отсюда убегать. О, Анжела, нет, стой! О, господи, только не это! Она держит дверь, я не могу ничего сделать, банда! Это точно была Анжела, банда, вы видели ее? Она уже в моем доме! Зачем она это делает, я не понимаю, она хочет меня убить, это... Черт, она включила свет, вы видите это? То есть она прямо сейчас на улице. Давайте попробуем открыть эту дверь. И я могу, банда, посмотрите, она больше не держит эту ручку. Анжела, ты здесь? Я вроде бы нигде ее не вижу, банда, ее нигде нету. Что за бред, почему она меня оставила в доме, а сама ушла на улицу? Она же хотела меня убить. Если честно, это больше похоже на какую-то ловушку. Кто здесь? Я почувствовал, как будто на меня кто-то смотрит. Но сейчас я вроде бы никого не вижу, Анжелы здесь нету. Давайте уже вернемся к телефону и попросим их больше этого не делать, потому что мне уже очень страшно. Анжела Икзе, пожалуйста! Куда она делась, банда? Она исчезла, ее здесь нету, что за бред? Анжела, куда делась говорящая Анжела Икзе? Она за твоей спиной. В смысле? О, черт! Анжела Икзе? Это ты? Господи, банда, кто-то точно только что пошевелил елкой, но кто? Анжела Икзе? Это ты? Анжела Икзе? О, черт! Куда делся свет, банда? Я ничего не вижу! На камерный свет тоже не работает, что за бред, он разрядился! Господи, что вообще происходит, что мне делать? Я мой фонарь, ничего не вижу! Я могу включить ночной режим на камере, давайте попробуем это сделать! Получилось, я вроде бы включил ночной режим, но я все еще ничего не вижу, банда, где я вообще? Кто выключил свет? Анжела, где Анжела Икзе? Отвечай! Она меня просто игнорит, банда, что за бред? Окей, если здесь стол, то в другой стороне выход. Мне надо идти туда. Господи, мне надо найти хоть какой-то включатель, чтобы я смог проверить, есть ли электричество. Я вообще ничего не вижу, черт. О! Это елка.
То есть где-то здесь выход. Окей, похоже, это где-то здесь и где-то рядом. Здесь должны быть включатели. Ну же, где они? Я не понимаю. Кто здесь? Анжела? Икзе? Это ты? Анжела, Икзе, это ты? Черт, куда я вообще иду? Мне надо в другую сторону. Где здесь включатели? Господи, банда. О, это лестница. Отлично, можно хотя бы за нее держаться. Значит, где-то здесь должна быть спальня. Анжела, Икзе, ты здесь? Я ничего не вижу, банда. Что за бред? Где этот включатель? Он же был где-то здесь. Что это такое? Кто здесь? Анжела, Икзе? Похоже, она здесь, банда. Нужно быстрее уходить отсюда. Я попытаюсь как-то спуститься с лестницы аккуратно, чтобы сбежать на улицу. Окей, о! Вроде бы готово. Окей, аккуратно.